Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас на официальном канале компании Siaps и багетной мастерской S-Frame. Представляем нашу новинку, ростовое зеркало именно примерочного формата. Почему примерочного? Это зеркало будет настенным и будет иметь сзади ножку, то есть будет переносное с выкидной ножкой. Зачем? Ширина зеркало 400 мм в раме, высота 1,50 м. То есть человек видит себя в полный рост. Ну вот оно стоит на тумбе нашей, но если человек стоит, ну если оно висит просто на стене, то соответственно человек будет видеть себя в полный рост. У нас маленькая, миниатюрная, но очень красивая рама. В этом вся идея, то есть сзади на тыльной стороне зеркала будет фанера. На данный момент ее нет, это мы снимаем пока пилотный вариант. Второе видео снимем, когда сзади будет фанера, когда она будет стоять. И основной фишкой зеркала будет то, что оно может и висеть, и при снятии использоваться как напольное зеркало с выкидной ножкой для примерочных салонов, магазинов, бутиков. Приобрести можно в нескольких вариантах у нас на сайте www.siaps.com.ua.